которую мы обсуждали, это «Битва полов». Значит, все-таки что это для вас? Это все-таки коммерческий старт просто, шоу, это зрелище, это или все-таки это соревнование спортивное? Что для вас в первую очередь? Как раз-таки «Битва полов», которая в этом году проходит 20 января, для меня это все вместе. Это огромное шоу, праздник для спортсменов и для зрителей. Это, не буду скрывать, естественно, коммерческий старт. И это тот праздник, на который мы идем и с улыбкой, и с настроем, потому что хочется посоревноваться с мужчинами, хочется высоко прыгнуть достойно. Сектор очень классный, интересный. И этот старт является и, естественно, подготовительным к главному. И он сам по себе самостоятельный, очень яркий, очень такой важный в этом сезоне. Самое мое любимое в этом, что много зрителей, много аплодисментов, музыка, веселье, все счастливы и рады и помогают, поддерживают друг друга. Приходите обязательно, следите за билетами, и мы вас всех очень ждем. Салют, Герклион. Чуть-чуть осталось. Я уже прямо вас жду. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо. Творческих достижений в новом сезоне и новых рекордов личных. Спасибо и большое. Мировых. И мы ждем вас. И всем вашим зрителям всего самого хорошего. Побед и рекордов.